Всем привет, я Агатова Елена, тренер по фейсбилдингу GB Face School, и отвечу на часто задаваемый вопрос, можно ли прикачать мышцы лица в фейсбилдинге. Нет, это практически невозможно. Давайте проведем аналогию с мышцами тела. Так как скелетные мышцы имеют два крепления, жестких крепления, то, соответственно, мы можем выполнять упражнения с большими весами. Соответственно, мышца будет увеличиваться в объеме, и тогда мы можем говорить о том, что мы можем перекачать, да, добавить большую нагрузку на мышцы тела. Но если мы говорим о мышцах лица, то они имеют только одно жесткое крепление, поэтому такую нагрузку мы не можем применить к нашим мышцам. Соответственно, в фейсбилдинге перекачать мышцы лица невозможно. Возможно, вы имели в виду гипертонус привести мышцы лица, да, но если вы будете следовать рекомендациям тренера, выполнять правильное количество повторений в упражнении, то, соответственно, вы достигнете потрясающих результатов. Так, подписывайтесь на наш канал, занимайтесь вместе с нами с удовольствием.